Всем привет! Хорошо. Сегодня мы с Машей на даче. И мы вот с таким вот агрегатом барбекю будем готовить всякие вкусные штуки и резать фрукты и овощи. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, у нас есть апельсин. Яблочко. Давай, Маша, не режь апельсин. А у нас есть клубничка, банан, еще один банан. Это дыня. Это дыня? Ну, пускай будет дыня. Так, у нас есть еще киви. Киви есть. Лимончик. Также лимон. Арбуз. Игруша размером больше, чем арбуз. Да, игруша размером больше, чем арбуз. Арбуз, давай резать его будем. Давай резать арбуз. Выбирай, у нас есть куча ножей, смотри. Таких вот деревянные, пластиковые. Так, ух ты, молодец. Как ты уже мастерски, как фрутник. Давай, откладывать, давай покажем. Да, такой. Фрутник, где Маша? Ты на эту, на досочку Машу не ставь. Машу, клади на досочку, ничего. Так будет проще. Ты чего в левой-то руке? Ты не в той руке держишь ножик, тебе так неудобно. Машу. Оп. Все пальцы Маша себя отрезала, да? Давай, теперь яблочко. Клубничка. Лимончик, давай, резать лимончик. Маш, ты ножик-то в другую ручку возьми, у тебя правда ручка лучше сломает. Ты прям вообще отсекла половину. Муха там, прогоняй муху. Мухобойка ее отдала так. Бумс, все, мухе конец. Нету мухи. Давай резать дальше. Да, вот так мы муху убиваем. Так, кто у нас на очереди? Груша. Груша. Такая здоровая груша. Груша гигантская. Больше доски. Ёлочный, да? Давай, посмотрим. Это кукуруза. О, банан. Смотри, какой. Опа, банан улетел. Давай, сейчас папа поднимет. Держи. Это что, грейпфрут? Наверное. Грейпфрут, да? Что там? Муха еще одна, давай, Анжела. Бум с мухобойкой. Все, 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 Маш. Тут, видишь, разлетались, на наши продукты садятся, да? Мухи. Маш, а мы будем на этой, на печке-то готовить, жарить яичницу, будем? Машунь, хватит, ты очень кровожадная девочка, не надо так. Давай, будем жарить на сковородке. Так, а что у нас тут еще есть? У нас есть яичница, можно положить вот в сковородочку. Оп. Туда можно
помидорку положить. Маш, хочешь помидорку класть? Давай, вот у нас будет с помидорами. Клади в помидор. Там мухи что-то все облепили наши продукты. Маш, клади давай. Все, нету мухи. Ничего страшного, мы же на даче. Это природа. Может, убийца. Убийца ух. Гроза. Ладно, будем без помидора жарить. Так, сюда мы ставим. Все, тебя уже жарится. Ты будешь закрывать крышечкой? Слышишь, как шипит? Пеппа. Так, Маш, а у нас, смотри, мы можем еще хот-доги делать. Тут у нас есть тут такие булочки. И такие сосисочки. Вот можно так вот раз. И так хот-дог. Будем папу кормить хот-догом? Давай им сюда к помидорке положим. Еще можно вот так вот раз. Смотри, Маш, листик салата можно положить вот так. Вот. И еще один хот-дог сделать. Вот. Так, свинка Пеппа пусть кушает. Мясо будем жарить на барбекю. Мы же на даче, что мы на плите готовим? На даче надо вон барбекю кушать. Смотри, как ты жаришь? Ну-ка покажи, как мы жарим. Так, вот это берем, вот мяско, кладем. Маш, машуй. Мухи Машу отвлекают.